Эй, голова! Чё это там за странные звуки из толчка идут? Это шо, Энда, шо ли? О, привет, заяц. Не знаю. Хотя... знаю. Чё ты знаешь? Занято. Вот что я знаю. А теперь я снова пошёл в угол сочинять стихи. Бурем глою коки моет. Кок-кок-кок-кок. Иногда мне кажется, что я единственный, кто использует морковь не для пропихона. Ох, да! Мангал, обмажь меня всего канцерогенами. Я так хочу тебя. Хочу, как пиццу. Да. Мистер Солвейдж! Нифига себе вы даете! А? О, Бонни! Я не специально. Мать моя морковка! У меня чуть флешка не сплавилась от того, что я снял. Я не специально провода дергал. Это все Мангал. Я не специально. Вы провода дергали? О, боже! Я думал, что вы гладите раковину. Какой стыд, недофапал. Ой, тьфу ты. Что ты забыла в женском сортире? У меня такой же вопрос, Мангал. Я хотела сказать, что утомилась смотреть на вас, сладкий негодяй. Ох, зайцы, я тут думаю о вечном. О морковке? Обо мне! Моя вечная красота сводит мужиков с ума! Бля, нет! Ты что, тоже видела, как я провода дергал? И записала это на домофон! Теперь вы меня ублажите, босс! Иначе я все залью в сеть! Фу, бля! Все, хватит! Я не позволю себя брать на фаб-шантаж! Я высший демон Кока! О, блин! Пора сваливать! О-о-о! Федор! Доставай вьетнамскую гранату! У босса опять приступ! Ох, бля! Надо послать его в жопу, пока он не послал в жопу нас! Простите, босс, но это для вашего же блага.